Общество «Динамо» теперь будет принимать самое активное участие во всех городских спортивных мероприятиях. До декабря нынешнего года таких в Сочи запланировано 146. «Динамо» – это общество с почти вековой историей. В Сочи сегодня оно насчитывает порядка 5000 человек, включая силовой блок. Ряды организации могут пополнить не только люди в погонах, но и все желающие сочинцы. Это еще один шаг для развития массового спорта. Объединенными усилиями мы хотим под эгидой флага «Динамо» объединить всех, в том числе проводить детские соревнования, международные соревнования, которые не входят в общую спартакиаду «Динамо», а развивают общие, так сказать, направления массовости в развитии физкультуры в нашем городе. К занятиям спортом и к участию в турнирах нужно подключать не только детей и взрослых, а еще ветеранов спорта и инвалидов. Ведь зачастую именно эта часть населения курорта остается неудел. Теперь будем совместно уже с «Динамо», совместно с детскими спортивными школами внедряет такой норматив, как ГТО среди взрослого населения. И мы очень серьезно развиваем эту схему, скажем так, одни из лучших в Краснодарском крае. У нас работает два центра непосредственно по этому развитию. Но, безусловно, в основном мы сегодня делали упор на образование, на школы наши, то сейчас переходим на стадию привлечения уже взрослого населения. В «Динамо» сегодня состоят чемпионы мира и олимпиад. Титулованные спортсмены станут участниками городских соревнований в качестве почетных гостей и будут мотивировать юных спортсменов к новым победам и спортивным результатам. Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.